Подготовительные работы для организации кругового движения на перекрестке Северная Карла Маркса уже идут. Дорожные знаки установлены, правда, пока они закрыты, чтобы не смущать водителей. Начать нанесение разметки планируют уже сегодня ночью, но все будет зависеть от погоды. Для себя ставим цель 18-20 июля запуститься. Ясно. Ну, заранее, естественно, будем оповещать через СМИ и попросим ГИБДД поработать. Круговой перекресток поможет разгрузить этот участок и уменьшит количество пробок и заторов, а кроме того сделает его безопаснее с точки зрения аварийности. Решение о том, что на пересечении Северной и Карла Маркса необходимо круговое движение, принято на рабочей группе, занимающейся проблемами организации дорожного движения. Там же обсуждали переход с желтого освещения пешеходных переходов на белое. В скором времени белые, а значит более яркие лампы появятся и над этой зеброй на улице Северной. Тут же по поручению мэра приведут в порядок и газон на разделительной полосе. С учетом того, что основная трасса, то есть люди ездят каждый день, смотрят, конечно, неприятно. Все эти вопросы мэр Вологды Андрей Травников обсудил со своими заместителями в ходе рабочего выезда в микрорайон Водники. Спектр вопросов разный. Не только благоустройство, но и безопасность вологжан. Так, например, здесь у школы номер 12, в которой учатся около 1300 детей, нет тротуара. Школьники, идущие на учебу, маневрируют между подъезжающими машинами. Задача найти решение, чтобы обеспечить безопасный проход детей в школу, чтобы не допускать конфликта между пешеходами и автомобилистами. Даже если эти автомобилисты – заботливые родители, которые хотят подвести своего ребенка чуть ли не к ступенькам крыльца. Проработать пути решения этого вопроса предстоит до 1 сентября. Дело в том, что часть территории подъезда к школе является участком двора, стоящего рядом дома. Оборудовать подход возможно только на муниципальной земле. Планируется, что часть дороги для пешеходов отделят от проезжей части преградой, например, полусферами. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда РФ.